спицы на велосипеды, колеса. Чисто велосипедный магазин. Педали, перчатки, чего только нету. Шлемы, резина любых этих. На выбор. И сами велосипеды. Магазин, правда, закрыт. Сиеста у нас сейчас. Поэтому все закрыто. Ну вот, магазин интересный. Обычно в таких магазинах велосипедных, просто велосипеды всегда продаются. Вот я сейчас впервые вижу такое количество, большое выбора именно вот этих вот вещей разных, причиндалов. Амортизаторы, вон еще какие-то штуки. Такие запчасти. Шлемы любого вида здесь. Здесь и мотоциклы еще, наверное, тоже, видишь? Вот эти же, это же мотоциклы уже больше, или это велосипеды такие? Велосипедные. Какие-то мощные. Ну, просто мощные велосипеды. Угу. Для спортсменов. Да-да-да, для этих, для специальных спортсменов. Твое нелюбимое сиденье. Да, вообще, это уже ужасные эти сиденья. Вот твое любимое. Да-да-да, вот это я понимаю нормально. 33 евро. 33 евро, да, стоит? А эти 50 стоит, ага. Такое тонкое. А вот этот каска сколько стоит? 137 евро стоит. Ничего себе. Нормально. Велосипед. Интересно, сколько стоит? Педаль? Педаль сколько стоит какая-нибудь? Интересно, сколько велосипед стоит? Ну, велосипед, я думаю, евро 500 будет стоить минимум. Это, посмотри, вот этот вообще... Педаль 27 евро. 27 евро педаль? Да. Вот такой велосипед минимум 1000 евро стоит. Посмотри, у него сколько этих передач от них столько. Да, да, чисто велосипедный магазин. Что, пойдем? 3000 евро! 3000 евро? Обалдеть! 2995, ну 3000. Да. Ужас какой. А я говорил 500 евро. Я 3000 евро велосипед. Ничего себе. Мондрейкер. Видать, такая навороченная фирма. У нас 3000 евро. Ужас, 3000 евро, лучше машину себе. Ну, за 3000 евро какую-то машину. Нормально, поддержанную. Поддержанную. Нет, уже лучше новый велосипед, чем поддержанную машину. Лучше же тогда мотоцикл купить. За 3000 евро моторбайк можно. Ну, моторбайк можно купить, да. Скутер вот этот. Это он такой нормальный можно купить. Но новый, да? Ну, да. Новый можно купить. Новый. В принципе, да. Так, друзья, пока выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на Канарских островах, на острове Ла-Пальма.